Европейские люди пугать своих граждан злой и агрессивной России,
Популярный на все русское за границей. Только растет. Эксперты поговаривают, не за горами тот день, когда и Крым наконец признают российским. Так, к примеру, простые графы. А сам он продолжает познавать радости богатой жизни. У вас есть удивление? Славить. Простите меня, и прикажите отдать свою жизнь за вашу месть. Извините, извините.